Баттерфляй, брас, вольный стиль, 50-100 метров. 700 юных младше 17 лет пловцов из 35 городов Сибири, а в этом году даже из Казахстана и Монголии. Организаторы подчеркивают, за 25 лет кубок подарил российскому спорту немало ярких имен. Добиться этого удалось, уверены они, тем, что соревнования проводили, несмотря на все трудности, которые переживала за эти годы страна. Это хорошая традиция, потому что во многих видах спорта, ну, раньше были и сибириады различные, и различные тоже кубки. А, собственно говоря, в основном остались сейчас только первенства и чемпионаты Сибири. Поэтому дополнительные такие соревнования, которые имеют и статусность, и представительность, конечно, они нужны. Один из тех, для кого кубок когда-то стал трамплином в большой спорт – олимпийский призер Андрей Гречин. Он говорит, у наших и на этот раз есть большие шансы показать высокие результаты. Когда я уже плавал, алтайские спортсмены всегда занимали высокие места на этих соревнованиях. Поэтому у нас достаточно хорошая юношеская школа. Я думаю, что ребята поборятся и покажут хороший результат. Соревнования продлятся 2 дня. Кого назовут лучшими пловцами уходящего сезона, станет известно уже завтра. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.